Я в том, что, вы знаете, я делаю домашку 22 года. Вот я в тренинге с 98 года. Наверное, я не делал домашку, может быть, всего месяца 3-5. Первые 3-5 месяцев, потому что я не знал вообще, как устроен рынок, что происходит с рынком. И очень много вещей я не знал. И в какой-то момент, по сути дела, я не помню, где я посмотрел, по-моему, то ли в Wall Street Journal, то ли еще где-то, я книжки не читал, я увидел какой-то артикл, ну, то есть какую-то статью, в которой было написано, что там трейдер писал какой-то, что он никогда не садится торговать без того, что у него не прописано на листочке все. Это было на CNBC. Вот, это было на CNBC. Трейдера, к сожалению, я сейчас не помню, их там просто тысячи проходит. И я понял одну вещь, что нужно готовиться. Так я стал делать домашнее задание. Естественно, сейчас оно перфекционное. Я вам сегодня расскажу, как я его делаю, что я туда вношу, какие приоритеты расставляю при выборе домашнего задания, и вообще для чего это надо. Когда я стал делать домашнее задание и торговать акции со своего листа, я убрал полностью человеческий фактор. Что самое страшное? Самое страшное, когда начинается торговый день, у вас нет домашнего задания, вы не знаете, что делать, и, по сути дела, все, что вы делаете, это какой-то сумбурный хаос. Да? То есть это сумбур и хаос. Вместе это сумбурный хаос. Вы начинаете торговать какие-то непонятные бумаги, какая-то акция там открылась плюс, какая-то акция открылась минус. Вы начинаете торговать эти бумаги. У вас что получается? У вас постоянно идет борьба между вашим подсознанием и вашим сознанием. И это основная проблема, с которой вы просто либо сталкиваетесь, либо сталкиваетесь все. Очень многие начинают говорить, я торгую там рынок Форекс, там недостаточное количество инструментов, или я торгую российский рынок. Ребята, абсолютно неважно, какой рынок вы торгуете, это нефть или S&P, или золото, или еще что-то. Для того, чтобы убрать человеческий фактор, для того, чтобы ваше подсознание не победило вашу логику, то есть ваше сознание, вы должны иметь по-простому элементарный листок с бумажками. Этот листок с бумажками на самом деле вам очень сильно поможет. Почему? Первое, он уберет человеческий фактор. Второе, вы, например, конкретно будете знать, когда вы поставите какую-то цену какого-то инструмента, вы конкретно будете знать, что и как происходит с этим инструментом. Например, если вы отобразили уровень акции 30, написали покупать выше 30, то вы по себе говорите, что если цена будет держаться выше 30 долларов, или пробьет 30 долларов, или откатится к 30 долларов, или будет ложный пробой в районе 30 долларов, вы в эту бумагу будете заходить. Да? Все это очень и очень важный фактор. Как я уже сказал, он уберет у вас человеческий фактор. Вы открываете рынок, вы смотрите, как проторговался тот или другой инструмент, или кто-то, если торгует американский рынок, например, открываете так называемые фильтры, да, что вы видите в фильтрах? Вы видите, например, кто-то торгует гэпы, кто-то торгует то, когда акции идут, например, очень сильно вверх или идут вниз, и торгует по-простому рыночную конъюнктуру. Я не люблю торговать рыночную конъюнктуру, поэтому я всегда делаю домашнее задание, которое состоит из двух частей. Я всегда на домашнем задании отбираю акции, которые смотрятся либо в лонг, либо в шорт. Давайте посмотрим по USD-JPY. Итак, USD-JPY. Что делаю я вообще в таких случаях? Естественно, я уже это не делаю, но я покажу просто для вас, как обычно это должно выглядеть. Смотрите внимательно. Итак, вот все, что я сделал, видите, я в Paint'е нарисовал график. Теперь, что я делаю для себя? Естественно, я, как я уже сказал, я уже такую глубокую домашку не делаю, мне уже не надо. Сегодня, кстати, в телеграм-канале Pro вот было USD-JPY, видите, вот он нарисован. Теперь я вам покажу, например, что делаю я. Я начинаю описывать так называемый сценарий. Итак, первое. Накопление в канале. Окей, есть накопление в канале 100%. Вот есть накопление в канале. Что дает накопление в канале? Накопление в канале дает энергию. То есть мы с вами сейчас не только посмотрим, как делается домашка, мы также с вами посмотрим, как правильно писать сценарий. Итак, накопление есть. Второе. После ложного пробоя не пошел вниз. Что это значит? Смотрите внимательно. Итак, видите? Значит, японская иена сделала ложный пробой, однако не было так называемого отката вниз.
Если инструмент после ложного пробоя никуда не идет, то, по сути дела, у него большие шансы идти. Третье. Было такое понятие, которое называется ближний ретест. Сегодня, пожалуйста, не спрашивайте, что такое ближний ретест. Этому надо учиться. Да? Для этого, в принципе, люди учатся. Так, видите, вот мы пошли этим баром на ближний ретест. Да? И четвертое. Опять, после LP, после ложного пробоя, нет отката. Так? То есть я для себя определил одну вещь. Первое, я для себя определил уровень, я для себя определил направление, у меня есть теперь цена, и теперь очень важно смотреть, где инструмент закрывается относительно уровня. Почему? Чем ближе инструмент закрывается к уровню, тем больше шансов у него резче пойти. Почему? Потому что у него еще не пройдена та. Вот так вот, по сути дела, я делаю домашку. Я начинаю просматривать каждый инструмент до тех пор, пока я не увижу какой-то картинки, которая по-простому становится мне понятной для того, чтобы я взял этот инструмент на лист. И вот так вот я иду. Видите, здесь полностью канал. Конечно, кто-то может торговать вот эти узкие каналы. Я в такие узкие каналы не лезу. Я стараюсь торговать то, где у инструмента есть очень сильное накопление. Если у инструмента есть понятное направление, я понимаю, куда инструмент выходит. Но здесь, как вы видите, если все это поубирать, то мы просто находимся в очень тяжелой зоне. Эта зона называется зоной зараженности, где инструмент никуда идет. И вот так вот я стараюсь делать быстрое домашнее задание, пока я не увижу, например, какой-то инструмент, который подходит. Вот турецкая лира. Турецкая лира, понятно, что там она в ближайшие несколько дней, не знаю, дней, недель, у нее очень сильное накопление. Обычно после таких сильных накоплений инструменты очень сильно стреляют. Первое, что мы видим? Первое мы видим, и почему, например, мы этот инструмент можем поставить на лонг. Он, кстати, у нас тоже был, турецкая лира была на лонге. То, что в инструменте нет абсолютно никаких откатов. То есть первое мы видим, есть очень сильный набор энергии. Видите, в инструменте идет набор энергии, то есть инструмент очень долго копит. Второе. Видите, начинается вот такое вот поджатие. Видите, инструмент пытается поджать. Инструмент четко отрабатывает границу. То есть если вы посмотрите на часовике, вы увидите, видите, что он не доходит. Видите, смотрите, практически копейка в копейку. Видите, инструмент, вот он. Видите, очень хорошо отрабатывает. Кстати, был красивый ложный пробой, видите, вот на часовике. Да? То есть, что вы делаете? Вы пытаетесь посмотреть, насколько это сильный уровень. Уровень действительно очень сильный. Накопление очень прилично. Вы должны понять, что когда инструмент он стоит раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, инструмент стоит 11 дней в канале. После того, что инструмент стоит 11 дней в канале, это понятно, что он очень много накопил, и, по сути дела, должен быть какой-то взрыв. Что хорошего вообще на самом деле в Форексе? Форекс торгуется 24 часа в сутки. Если на Америке ты попал в премаркет, то есть как рынок очень резко рванул, ты можешь остаться без позы, да? То, по сути, на Форексе взяли, например, часовик, определили, где смотрится этот инструмент. Самое главное, чтобы он не вылетал отсюда. Поставили так называемый там buy-stop, если кто-то хочет торговать в пробой. И понимаете, что если энергия накопилась, то обязательно должен быть какой-то очень сильный импульс, да? Вы прекрасно должны полностью понимать, как вы будете торговать этот инструмент. И ваша домашка, она вам именно в этом поможет. Почему вы уберете человеческий фактор? Вы напишите, торгую пробой 6.8603, да? Почему? И первое написано, есть накопление, второе то-то, это уже больше относится к сценарию. Я, естественно, полностью уже сценарий это все не описываю, мне это нравится, но у меня на это нет времени, я просто беру, провожу уровень, я понимаю, куда пойдет инструмент, да, вот по-простому сейчас я вам покажу, как выглядит вот домашнее задание мое, оно уже выглядит предельно просто, видите, есть инструмент, есть цена, есть направление. По сути дела, больше ничего не надо. Я не очень люблю вторичные движения, то есть если инструмент пробил, потом начинает возвращаться назад, но вы должны торговать свои инструменты, вы должны торговать свои инструменты как раз так, чтобы они соответствовали вашему стилю торговли. Например, очень многие говорят, я буду торговать пробой, я буду торговать ложный пробой, я буду торговать отбой, я буду торговать все что угодно. Неправильно. Почему? Потому что везде это никуда, все это ничто. Вот это основная проблема. И вот так вот я начинаю просматривать, к примеру, каждый инструмент,
до тех пор, пока я не увижу что-то хорошее. Итак, что я вижу, например, по нефти? Смотрите, я вижу по нефти, вот по нефти есть так называемый, вот он, первый откат, вот он, смотрите внимательно сейчас. Вот, у нас есть уровень, видите, вот он уровень, 42.10 приблизительно, давайте посмотрим, насколько четко мы его провели, да, вот 42. Ну, все, был вопрос, или я адаптирую уровень, ответ, да, однозначно адаптирую. То есть я увидел, что-то изменилось, это не очень сильный уровень, но это очень неплохой откатный уровень, с которым по-простому мы дальше пошли вниз. То есть я понимаю, что здесь кто-то сидит. Смотрите дальше, видите, мы вчера практически отработали 42. То есть я понимаю, что выше этого уровня мы можем улететь вверх. Дальше я начинаю осматривать ситуацию, которая мне помогает понять картинку. То есть я смотрю, что инструмент копится. Вот это вот понятие в трейдинге называется прилипание. Что такое прилипание? Это когда инструмент очень близко находится к уровню, вот практически как в турецкой лире. Да? Вот в турецкой лире тоже так называемое прилипание к уровню. Что такое прилипание к уровню? Это значит, что там зарождается очень сильная энергия, и у вас, по сути дела, очень маленький шанс потерять. Почему? Потому что вы стоите в самом начале импульса. Вот это очень важно. То есть, если вдруг инструмент даст, будет давать какой-то очень сильный импульс, да, очень сильный импульс, то вы, по сути дела, возьмете практически все движение. Нежели, когда инструмент пытается отстрелить отсюда, да, образно какую-то большую свечу, его очень легко останавливать. Это я вам просто сейчас более глубокие вещи рассказываю. Вот отвечу на один вопрос. Евгений Парфенов написал, что 97% сливает. Чистая правда. Почему? Потому что это просто недисциплинированные люди, а не потому, что им не хватает чего-то. Итак, смотрите внимательно, что делаю я. Первое. Я никогда не торгую акции, которые не американские. То есть я торгую только американские акции. Видите, сразу стало лучше. Почему? Почему я не торгую ADR, то есть депозитарные расписки? Причина этому предельно проста. Вот смотрите, сейчас из 600, давайте просто элементарно уберем, я вам покажу. 7518 акций в листе, сейчас мы дойдем, до, например, до нормального, адекватного количества. Почему я не торгую американские, вернее, не американские акции? Почему? Причина предельно проста. Я люблю торговать только американские акции, потому что нету валютного риска. То есть если вы торгуете там бразильскую компанию, аргентинскую, Венесуэлу, чешскую компанию, да, какую-то, которая торгуется на американском рынке, ночью что-то произошло с валютой, и она открывается сразу с гэпом, и компании, которые имеют депозитарные расписки, их сразу можно видеть, они торгуются с большими разрывами. То есть первое, что я убираю, это, например, американские акции. Дальше. Я всегда торгую домашку, делю ее на две вещи. Я торгую акции, видите, либо ниже 10 долларов, вот их видите, образовалось, либо акции, которые выше 10 долларов. Да? Дальше. Индустрия. Я никогда не торгую ETF. Я не люблю ETF, ну, может, кроме там Спайдера, кроме Russell 2000, я не торгую ETF. Смотрите внимательно, мы сейчас с вами сделаем, видите, мы уже пришли 20 умножить на 130, 2600 акций. Смотрите внимательно. Обязательно ставьте две вещи. Current value, видите, current value, 300 тысяч. И average volume, видите, average volume, тоже свыше 300 тысяч. Почему? Потому что очень часто бывает такое, что вы можете поставить дешевую бумагу, которая торгуется очень мало, она попадет к вам на лист, а тут вы будете точно знать, что у вас попались акции, которые имеют текущий объем выше и средний объем постоянно. Дальше. Очень многие люди хотят торговать акции, в которых большой ETA. Вы заходите сюда и ставите, видите, average true range, больше единиц. Я люблю волатильные бумаги. Итак, что у нас получилось? У нас получилось 660 акций. Я на самом деле просматриваю чуть-чуть больше. Объясню почему. Это только акции, которые свыше 10 долларов. Да? То есть вы можете вот здесь посмотреть, вот акции свыше 10 долларов. Если вы посмотрите просто элементарно акции больше, чем единица, видите, вот они. У вас получилось 663 акции. Но смотрите внимательно, мы сейчас кое-что изменим, и цифра полностью поломается. Итак, смотрите, мы поставили ATR больше единицы. ATR в данной ситуации можно поставить больше 25, и видите, у вас получается 1000 акций. Почему в данной ситуации я ставлю ATR, когда большие акции больше единицы, а дешевые акции маленькие? Потому что в дешевых акциях такое бывает, что акция может постоять 3-4 дня, 5 дней на одном месте. Вы ее никогда в жизни не отберете на домашку. Никогда. А
акция потом может очень сильно пойти, потому что дешевые акции ведут себя немножко по-другому. Поэтому я делаю обычно всегда файл, и кто знает, я иногда на проканале, особенно на выходные, если у меня есть время, потому что у меня все-таки есть моя личная жизнь, я захожу и делаю домашку на дешевых акциях. Да? То есть я открываю и пишу там «домашка на дешевках». Почему? Потому что дешевки абсолютно по-другому ходят, чем обычные акции. И надо понимать, что в дешевых акциях абсолютно другая жизнь. И я вот покажу просто ради интереса. Несколько дней назад искать как бы не буду, хотя бы просто вот ради интереса. Сейчас найду. Так, вот смотрите. 26 июня, я вам сейчас покажу, была выдана вот такая вот акция GNUS. Видите? Кстати, я вам просто покажу, чтобы вы посмотрели в этот день. Смотрите, какие рекомендации были. Катон, РИС, ZR, видите, это РИС, я всегда описываю. Теперь я вам сейчас покажу. Была акция GNUS. Давайте я вам сейчас покажу. Так, смотрите внимательно. Вот эта акция в этот день. Смотрите внимательно. Видите, 26 числа. Да, чтобы вопросов не было, в нижнюю часть посмотрите, 26 числа. Вот за этот день акция, по сути дела, упала на 20%. Она была в листе. Смотрите внимательно, что сделал РИС. Посмотрите внимательно. Видите? Давайте найдем 26 число по рису. Посмотрите внимательно. 25-го. Вот он, видите, фьючерсы торгуются. Вот рис. Цена была 1400. Давайте я вам покажу. 13554. Вот, смотрите внимательно. 13554 была цена по рису. И вот смотрите, что сделал рис. Видите? Рис. Большая свеча вниз. Дальше давайте посмотрим, что сделал Катон. Просто я вам покажу, как, по сути дела, отрабатывать домашнее задание. Вот Катон. Так, Катон, все равно, видите, осталась покупка. Вот она, видите, 6 тысяч по Катону. Видите, очень сильная аккумуляция, так называемое прилипание к уровню и все остальное. То есть первое, что я делаю всегда, я делаю домашнее задание, для того, чтобы убрать человеческий фактор, а дальше я по-простому все описываю. Неважно, какой инструмент вы торгуете, вообще не важно абсолютно, что вы торгуете. Ваша основная задача это самое главное, чтобы вы все выписали на листик. На листике у вас все должно быть написано и описано.